Всем привет, с вами Атси, и давайте продолжать, что ли, свое шествие победоносное по Джекд Альянсу. Итак, что мы там, где мы остановились? День 70-й, 22.00. Думаю, вот это. Так, что мы тут хотели? У всех все починено, все здоровы. Да, это вроде все хорошо. Кстати, у стрёмного шлема обычно, надо будет ему на спектру поменять. Но это потом, все потом. А сейчас мы хотели отправляться сразу в Грум. Именно вот в этот сектор, поэтому давайте что ли вызовем вертолет. Пока он есть. Это Скайрайдер! Заберем своих товарищей. Да блин, какой ты душный. Так, хорошо. Прибыли, капитан. Всю эту братью, как я уже привык говорить, сажаем вертолет. Это Скайрайдер! Куда летим? И летим мы вот сюда. Понял. Я надеюсь. Так не пойдет, капитан. В указанном районе враги. Оу, неприятность. Это Скайрайдер! Куда? Значит, сюда. Понял, капитан. Надеюсь, сюда можно высадиться. Внизу копошатся враги. Да, молодец. Прибыли, капитан. Фух, хорошо. Пришлось немножко попотеть, но ладно. Так. Вся эта толпа, естественно, сражается в отряде первом. И нападает вот сюда. Okay. Эх, а вертолет на базу. Это Скайр... К сожалению, он не может долго ждать. Так что придется выкручиваться как есть. Так, ну ладно. Вам следует... довольно быстро. Пришли за полтора часика всего. Ах, я не помню про Грум вообще ничего, этот сектор я вообще очень плохо помню. По-моему, это весьма и весьма душная локация. Тут довольно много противников. Ну ничего. Слушаю внимательно. Так, мне тут напомнили некоторые настройки, например, на G можно убрать эту... подсветку противника, ой, противника себя. И, по-моему... на энд зона видимости противника. Или... короче, ладно. Слушаю внимательно. Я раньше ими особо не пользовался. Так, у кого там есть кусачки? Наступать мы будем, естественно, откуда-нибудь отсюда. Я слышал шум. Сейчас мы получим себе пулю. Слышал, как что-то движется. Есть кого. Опа. Так, газ кого-то заметил. И это значит, что нам пора стрелять. Отлично. Так. Значит... слушаю внимательно. Мы на всякий случай... подождем. Вдруг ему какой-нибудь товарищ будет его прикрывать, потому что я уже говорил, как в этой игре противники тактически верно расположены. То есть они друг друга прикрывают обычно. А, блин. Ладно. Вы ничего не заметили? Ну чё? Медуза тебе в глотку. Медуза тебе в глотку. Стреляй по нему. Вообще, интересное выражение, медуза тебе в глотку. Подошло бы к какому-нибудь моряку, но Газ, он, по-моему, не моряк. Он у нас просто негр. Хотя, ладно. Неважно. Готов. Да, Газ рулит. Газ тащит. Сглазил. Ну, вот так хорошо. За один ход убить так противника, это очень даже клево. Ха-ха-ха, да. Ты Тарблс. Газ Тарблс. Какие-то тар-яйца. Если по-русски. Так. Ну ладно. Готов. Я надеюсь, мы тут выманим как можно больше противников без лишней агрессии на себя. Ну и чё? Частично разбрелись и слушай внимательно. Нам следует продвигаться осторожно. Ну ладно. Блин, у Лена голос такой. Переводчик просто отжигает. Итак, выступать мы будем откуда-то отсюда.
Просто люблю с одной точки такой наиболее защищенной наступать. Тут вряд ли кто-то... А хотя, может быть, очень может быть кто-то. Ну ладно. Черт, мне тут ВКонтакте сообщение пришло. Извините. У меня, оказывается, браузер не закрыт. Ну ладно, ничего, надеюсь, вы этого не слышите. Опа. Печально. Ой, это совсем печально. Да что же это такое? Так. Готов. Газ. Хорошо. Класс. Ой-ой-ой. Не ту кнопку нажимаю. Слушаю теперь. Внимательно. Так, а вы, товарищи, отойдете. Слушай, на всякий случай. От беды подальше. Да. А, ну ничего. Пока что нескольких противников вычистили так без крови. Меня это радует. Потому что у нас сколько уже было с кровью секторов взято. А, в Груме, по-моему, лояльность растет очень неохотно, очень медленно, поэтому... А, будем стараться ее освободить как можно быстрее и как можно меньшей кровью. Так, ну чё, давайте, ходите срочно. Мне уже страшно. Да, Зина, без подсветки как-то приятнее все это выглядит. Более естественно. Я слышал шум. Северо-запад. Откуда-то отсюда. Они частично разбрелись и еще не обнаружены. Так, ну чё, Лен? Нам следует продвигаться осторожно. Я слышал шум. Здесь, по-моему, никого. Блеск! Хорошо, на всякий случай еще здесь разрежем. Есть кого пострелять, Яшкин. Отлично. Снесем ему голову. Как говорится, с плеч. Звук выстрелов. Экономим патроны. Меткость Гаса Тарблса позволяет нам это. К тому же у него хорошая аппаратура с собой. Все это меня радует. Опа, опа, опа. Ух ты, блин. Совсем не кстати. Готов. Ну что поделать, отступаем. Слушай. В надежде не нарваться на пули противника. Так. Хорошо. Слушаю внимательно. Да. Надеюсь, сейчас к нам ничего интересного такого не прилетит. Лишнего. Под ударом Газ Тарблс. Он в освещенной зоне. Слушаю. Да, оказывается, все-таки далеко видит этот осветитель химический. Слушаю. Блин, я даже не подозревал. Внимание! Я слышал, как что-то движется. Да. И это логично. Слушаю. Если мы их не видим, слушаю, это еще не значит, что можно успокоиться. Ну вот. Будьте настороже и служите. Значит, Газ Тарблс. Я слышал шум. Я думаю, в состоянии застрелить этого мужика. Ай, блин. Не в состоянии. Эх, что ты наделал? Слушаю внимательно. Фуф, хорошо. И, правда, для меня загадка, как он его заметил. Ну ладно. Оу. Хорошо. Вот и все. Две очереди и труп. Мне это нравится. Муза. Так, тут где-то, кстати, еще замаскированный мужик бегает, по-моему. Или это был один из них? Просто он был серым. Блин, я не знаю, я сплю сейчас. И то, что я играю в Жект Альянс, мне снится. На самом деле, так. Никто больше не засвечивал. Ой, не перехватывал. Слушаю внимательно. Печально. Опа. Стремный перехватил кого-то, но... тут серый. Эх, серые противники, это печально. Готов. Это совсем печально. Ах. Забыто. Да. Так, надеюсь, сейчас мы перехватим этого серого мужика. Слушаю. Потому что все будем смотреть в его сторону. Надеюсь, он без гранат. Муза. Вот, хорошо. Очередь, наверное, он заслуживает. Какой ты крепкий. Наверное, Спектра. Но ничего, он получил довольно много пуль.
поэтому он вряд ли сможет нам сильно навредить. Ох ты, скотина какая! Эх ты, блин. Готов? Это верх подлости. Слушаю. Даже не подлости, а какого-то подлизма. Слушаю. Слушаю внимательно. Да. Но самое главное это осторожность. Да. Только осторожность им поможет выжить. Хотя это очевидная вещь. Я все еще здесь, так что смотри, чтоб никто не пер на пролом, деревяшкин. Готов? Опа, кто-то нас видит. Есть кого пострелять. Кто-то видит даже не просто нас, а Гаса. Ну ладно. Да, это печально. Готов? Он нас ранит хорошо, а мы его не очень. Так, это мини-карта. Это у нас обзор укрытий. Это у нас зона видимости. Это у нас встать. И нафиг убежать отсюда. Эх, убежать это, конечно, не пешком, но пофиг. Так, ну все-таки нам пришлось слегка потерпеть. Ладно, добьем эту маленькую аптечку. Ах, да. У нее же кончились очки действия. Это печально. Ну ладно. Встречаем. Я слышал шум. Внимание. Медуза тебе в глаз. Опа. Как что-то движется. Готов. Ой-ой-ой. Слушай. Как же вот там этот... Ага. Понял, что вы имели в виду. Но это чит. А, не, не чит, это фича игры. Фича игры, да. Фича игры. Ай. Да ё-моё. Стыд прямо над этим трупом. Над трупом своего серого товарища. Ранен в голову. Да, да, по нему видно. Хорошо. Ну, раз противники чирят, то будем пользоваться таким методом. Это единственный метод их перестрелять в темноте. Так, ну засветись, товарищ. Слушаю внимательно, сэр. Ну-ка... Похоже, он все-таки там еще стоит. Нет, не стоит. Ну ладно, ждем. Я слышу шум. Вот, дождались. Не почему не все стреляют по Агасу и по Лену? Они что, расисты что ли? Слушай, расизм это грех. Ребята. Здорово. Да, это здорово, конечно, все, но... Леночку надо подлечиться. Ах, блин. Вот душные противники. Так, он здесь лежит, хорошо. Сразу видно, что не я их обучил. Слушай. Это мы... запомним. Да блин, они живучие гады. Слушаю. Так, тоска. Да ё-моё. Как-то ты неправильно стреляешь. Ну хоть так. Хоть очередью попало. Психованная, блин. Ай. Готов. Фуф. Готов. Да. Это здорово. Ну, Лен и Газ не сильно ранены, как я, как я понял. По крайней мере, да, совсем чуть-чуть. Это хорошо.
Так, значит, Конрад слегка подходит вот сюда. Слушаю внимательно. Стрёмный. С ним же. Сэр. Так. Лен. Или Лен. Нет. Отступаем. Сэр. Ой, отступаем. Слушаю внимательно. Мне это совсем не нравится, то, что там было. Хотя там я не знаю, что было, но, блин, это мне не нравится все равно. Готов. Так, у Гаса ну, максимальные шансы кого-то заметить и перехватить. Готов. Поэтому... надеемся на него, на его навыки. Готов. Они все еще здесь, так что смотри, чтоб никто не бил на пролом, деревяшкин. Хорошо. А, значит... слушаю внимательно. Стрёмный. Да. И Конрад. Слушаю идут вот сюда. Готов. Товарищ Гас их прикрывает. Окей, я слышал шум. Ой-ой-ой. Северо-запад. Сэр. Блин, а сейчас ведь засветит нас кого-то и будет по нам стрелять. Да. Ну ладно, рискнем. Пора выносить мусор. Вот он. Ах, блин, единственный способ их вычислить, это заставить выстрелить по себе. Ай. Да куда ты стреляешь, гад? Слушаю внимательно. Ай, не сюда. О, от черт побери. Не, совсем не то, что я хотел. Готов. Так, это он же. Так, залечить его до смерти или все-таки расстрелять? Я склоняюсь к варианту расстрелять. В голову. Конечно же, в голову. Класс. Это наиболее смертельный вариант. Ах, блин, стрёмный вечно получает пуль, потом, слушаю, блин, внимательно. Страдай, сиди. Так, объединим подлечки потом. Фуф, кто-то упал. Слушаю, это хорошо. Помните, где-то прячется по крайней мере один из них. Да-да. Кто-то там стонет. Эх. Давайте все-таки зайдем отсюда. Где-нибудь отсюда вот. Проломаем себе стену. Слушаю внимательно. Так, хорошо. Вас понял. А то тут как-то уже слишком много осветителей, да и противников тут целая толпа бродила. Мне это совсем не нравится. Вас понял. Так, тут два трупа. Может быть, что-то есть полезное. По крайней мере, будем на это надеяться. Да. Так, Конрад прикрывает. Готов. Газ тоже прикрывает, это его задача. Самая главная задача. А у Лена самая ответственная задача. Разрезать эту решетку. Сейчас или никогда. Блеск. Хорошо. Блеск. Слушаю внимательно. Значит, заходим вот сюда пока что. Эх, у них ничего нету. Долбаные боты. Кто у нас тут останется? Допустим, Лен. С автоматом, естественно. И, допустим, стрёмный. Им в этом поможет. Лава. А вы у нас, ребята. Посмотрим, что там творится. На этом фланге, фронте, фланге. Ах, так. Хорошо было бы сейчас зайти в режим скрытности, но, блин, это слишком медленно. Так. Здесь у нас ничего. Блин, даже с трупов. А, нет, есть что-то. Команда. И патроны. Ну ладно, хоть что-то.
есть светлое в этом мире. Ах, хорошо. Я уверен, кто-то есть здесь. Тихо. Слышу шум. И здесь. Деревяшкин. Так. Тоска. Подсвет. Эх, ничего. Ну ладно. Готов. Так, газ смотрит туда. Ой-ой-ой. Да. Конрад. Вот туда. Тихо. Слышу шум. Хорошо, засветился, гад. Есть кого пострелять. Самое время отслить ему голову. Как ты смог промазать, газ? Да. Я в тебя так верил, но ты промазал. Хорошо. Слушай. Это уже не очень хорошо. А, не, это все-таки не действует как чит какой-то. Никакого искажения тут нету, так что... Мне просто показалось и везло. Поэтому будем как по старинке стрелять наугад. Ах. Не засветился. Ну ладно. Ладно. Вырубаем автоматический режим на всякий случай, потому что нам не нужно шарашить очередями лишний раз. Но так как тоска псих... Нам следует продвигаться осторожно. Опа, еще один кто-то. Если повезет, подстрелю пару мужиков. Слушаю. Так, самое время переключиться на рейлган. Действительно, отличная пушка. Да. Самая точная пушка в этой игре. Потому и рейлган. Уничтожим. Как и следовало. Хорошо. Да. Штераук тоже рулит. Очень меткая винтовка, 50 да, меткости. Это если мы их не видим, это что-то в районе значит, пулеметов. Можно успокоиться. Будьте настороже и слушайте меня. Так. Да. Ладно. Вот ты... Ух ты, скотина какая жирная. В серой рубашке. Надеюсь, сейчас попадем по нему. 33 на вылет, и все равно он остался жив. Ну, конечно, 33 ведь урона. Ух ты, какой... Ой-ой-ой. Не, мне это не нравится что-то. Совсем не нравится. Ха-ха, еле жив, но, блин, столько патронов в себя поймал. Похоже, что слышала. Или нет? С севера все. Готов. Значит, противник в основном на севере. Стараюсь их везде не искать. Да хлятина! Похоже, я что-то слышала. Хорошо. Слушаю. Еле живой. Деревяшкин. Забыто. Там еще серый один еле живой есть. Готов. Я еще не всех добил. Слушаю. Готов. Да-да. Слушаю. Лава вообще в этом бою как-то не особо стреляла. Не повезло. Вот он, гад. Только в голову. Похоже, это единственный способ ему нанести хоть какой-то урон нормальный. Слышу шум. С востока. Отсюда. Значит, в здании кто-то сидит. Ох, это печально. Я не собираюсь их везде не искать. Хорошо, хорошо. Лава вперед. Лен вперед. Стремный чуть позади. Эх, блин. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Блин, когда бы мне тут что-то нравилось в этой игре? Ну ладно. Раз не нравится, так не нравится. Жениться меня на этой игре никто не заставляет. Ай, стрёмный, вперед все рвется. Вперед за новыми пулями. Окей. Раскрасим город красным. Хорошо. Тут у нас кто-то беспечно так пригнулся за заборчиком.
Отлично. Блеск. Хреново. Раз и квас. Вот это как какой-то российский серийный маньяк говорил. У, Майк. Черт. Вот это удача. Деревяшкин, я тебя умоляю. Разреши мне лично замочить Майка. Маленькое одолжение. Я больше ни о чем не попрошу. Да, Газ. Все дело в том, что я слишком хорош, чтобы работать в коллективе. Я долго в Эйм был. Отвали. Я дам тебе еще одну попытку. М-да. Это суровый чувак, кстати. Он очень душный. И самый сильный и вообще персонаж в игре. Он даже сильнее, чем Дейдрана. Ну вот, мы его, к счастью, подранили. Ах, больше никого нет перехвата, это печально. Сейчас он будет по нам шарашить. Я слышал, как что-то движется. Стрельнем ему в грудь еще разок. Снег нужен. Еле жив. Ну чё, самый лучший прибьет самого лучшего. Да как так? Готов. Он еще жив, у него, блин, здоровье, у него, не знаю, у него, наверное, 120 здоровья. Я свел с ним старый счет и деревяшки. Да. Знаешь, мне пришлось ждать, пока Майк уйдет из Эйм, чтобы меня взяли. Этот деятель болтал у меня за спиной многие годы, а больше этого не... Отлично. Газ теперь наш товарищ, у него... Смотрите, как у него это... мораль. Боевой дух. Вот это действительно они хорошо получилось. Слушай, еще не обнаружены. Нам следует продвигаться осторожно. Да-да. Фуф. Да. Теперь мы можем не опасаться того, что когда-нибудь к нам придет Майк. Вообще с ним получилось все очень здорово. Благодаря Тоске и Гасу Тарблсу. Действительно опытные наемники. Ничего не скажешь. Газ понял. Что это? Осталось только... Блин. Выследить остальных противников на этой локации. И всех казнить. Нет, не всех. Раскрасим город вражеской кровью. Фуф, убили. Вот это здорово. Хорошо. Слушай. Так. Ну ладно. Картинки здесь вообще какие-то ни о чем. Вот, вот эти вот, которые именно были. Так, G3A3. К сожалению, не самая лучшая винтовка. Конечно, она получше, чем некоторые образцы, но не идеал. Шоковая граната. 5.45, фляжка. Ничего хорошего, короче. Ладно, обойдем немножко вот так. Заглянем в эти вагоны. Ах, стрёмный, куда ты рвешься впереди? Пусти хотя бы Лена вперед, у него побольше опыта. Слушаю внимательно. Ну, они меня не слышат. У-у-у. Слушаю внимательно. Да что это за фигня такая? Что это было, Лен? Слушаю внимательно. Надо его подсветить, что ли? От черт побери! Да, засветили. Черт побери. Хорошо. Это пациент для лавы. Хорошо. Хорошо. Еле жив. Надо же, и он еще и живой, оказывается. Оказался. Я не собираюсь их везде не искать. Слушаю внимательно. Слушаю внимательно. Упал. Бедняжка. Ну ничего, он долго не проживет. Окей.
на всякий случай добьем его. Ради таких мы... Да. Как с таким не согласиться? Слушай. Хорошо. Слушай внимательно. Видим, значит, что интересно, тут еще остался. Ясе. Будьте на страже и служите. Блин, ну хорошо так получилось с Майком. Ясе. Минус Майк, как говорится. Вас понял. Да нифига так не Ясе. Говорится. Это я все сам придумал. Раскрасим город красным. Вражеской кровью. Так. Надо бы по нему, не знаю. Все-таки прицельными лучше по нему пострелять. Это более надежно. И более экономно. Ой-ой-ой. Как же так? Лаву на 6 хп долбануть. Это нечестно. Она же женщина. Женщин нельзя стрелять. Отличная работа. Все. Это был последний. Слушаю внимательно. Да? Вас понял. Предмет. Не такой уж и душный вас сектор, понял. Как выяснилось. Вас понял. Ладно, давайте что ли его обшарим. Обворуем, обграбим. Прекрасно. Как вам больше нравится. Сохранимся, естественно. Я надеюсь, с Майка упало что-то полезное. Что-то покруче, чем что-нибудь. Прекрасно. Так, кевларовые брюки. Не знаю, есть кому-нибудь нужны или никому. О, мини-ми. Прекрасно. Для лавы вещь. Хорошие новости. Сделаю. Брюки спектра, противогаз. Ну, короче, очень много прекрасно. Всего лежало у Майка. Прекрасно. Это здорово. Но газ говорит, что это прекрасно. Ух ты. Ладно, поверим ему. О, карниз. Моё. Что это такое карниз? Ладно. Наверное, это дело используется для выставления удлинителей ствола. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну ладно. Тут у нас что? Большое и жирное ничего. Сделаю. Ладно. Тоже хорошо. Сделаю. Но мини-ми это тема. Прекрасно. Не путать с мини-ми. О, пружина. Ух ты. Мини-граната. Хорошо. Медузу тебе в глотку. А если так? Медуза тебе в глотку. А если так? А если так? А если так? Медуза тебе в глотку. А если так? Класс. О как! Работает! Ух ты! Так, много гранат 40-го калибра. Прекрасно. Что ж, тоже хорошо. Эх. Прекрасно. Да. Ух ты! Интересно, если в этом искупаться, то я стану мутантом. Ладно. Не будем проверять. И остался еще один момент. Так, ладно, немножко надо отождать. Сколько там... Где там газ? Ой, как быстро. Все-таки здоровый газ восстанавливается быстрее, чем раненый газ. Мне это нравится. Итак, закрытая дверь, закрытая дверь. Надеюсь, сюда можно зайти. Без... Медузу тебе в глотку. Медузу тебе в глотку. Без происшествий. Но, наверное, ключ сюда нужен какой-то. А здесь есть ключи какие-нибудь? Что-то я не вижу. G11. Ребята, G11 винтовка. Это самая крутая винтовка. Так, короче, вот ключ для Гаса. Надеюсь, он нам сейчас пригодится. Надеюсь, он именно для этой двери. Опа, хорошо. Минометный снаряд, миномет, хорошо. Совсем здорово. Ух ты. Талон. Это хорошо. Медузу тебе в глотку. Заменим его на этот гранатометик. Пусто. Так как он более легкий, более удобный. Прекрасно. Ах, ну ладно. Заменим, так заменим. Я думаю, Гасу в самый раз будет, потому что у него и так с местом напряг. Эх, хорошо. Так. Ну да, действительно, столько сразу свободного места. Для Талана.
Хорошо. Эти гранаты нафиг не нужны никому. Ну вот. Жить, надеюсь, можно. Для пущей надежности. Хорошо. Кому что нужно. Мне интересно, из этого можно что-то сделать? Если сбодяжить вместе. Опа. Карниз с пружиной. Да, все-таки можно. Это у нас увеличивает скорострельность какого-нибудь ствола. А, кому нужно скорострельность побольше? Я думаю, Конраду. Отлично. В самый раз. Так, G11 может кому-нибудь нужно. Дистанция, урон 27, дистанция 3. Да. Не самая лучшая пушка, как оказалось, на деле. Мимишная пушка. Специально для нашей горячо любимой лавы. Эх, хорошо. Даже матом ругаться расхотелось. Мне это нравится. Определенно нравится. Хотя я недавно говорил, что мне это все не нравится, но я имел в виду совсем другие вещи. Так что мне все нравится. Эх, хорошо. Кому что еще может пригодиться из этого всего? Блин, что-то я как-то утомился. И вас утомляю. Так, Лен. Шоковые гранаты у Лена. Я думаю, в самый раз отдать от Гасса шоковые гранаты Лену. Пусть будут, как говорится. Еще одна шоковая граната. Ну ладно. Слезоточивый газ нафиг не нужно. Штайр. Для кого бы Штайр пригодился? Лен у нас будет как штурмовик, так что сразу минус. Стрёмный. Ну а почему бы и нет? У этого Штайра это есть, у этого есть. Ху-ху-ху. А хотя ладно. Потом разживемся, когда побольше будет у нас патронов. Ну и деньги, естественно, сколько? 4000. Не густо, не густо платят этому ушлепку, как его там звали, Майк. Это не в обиду фанатам Майка. Это в обиду самого Майка. Хорошо. Слушаю внимательно. Стремный. Значит, деньги забираешь себе. Газ. Лаве нужен этот прицел с ее Штайра. Совсем забыл. Но ничего. Вовремя вспомнил. Так, кому-нибудь может гранатомет еще может. Ой, не гранатомет, а этот миномет подсунуть. Так, 83, 60. Конрад. А почему бы и нет? Конечно, этот миномет слегка поломанный. И снаряды тоже у него слегка поломанные. Ну, пусть будет, как говорится. Пусть будет. Ай, перегруз. Тогда мы от тебя заберем вот эти бесполезные гранатки. Отдадим их, кому бы отдать. Ребята, кому мне гранаты дать? Давайте лаве. Лава у нас будет закидывать их гранатами и стрелять из гранатомета. Ой, гранатомета. Пулемета. Мне кажется, это очень круто. Так, у Лены иногда не бывает гранат. Это проблема, с которой мы сталкиваемся. Так. Ну, пусть будет так хотя бы. И горчичку еще одну. Горчичка это клево. Брюки Спектра. Лен, Лава... Конрад, газ, тоска. Значит, для Лена. Все для Лена. Противогазы, по-моему, у всех есть. Мне даже лень уже проверять. Ну и, конечно же, вот эти вот патрончики подзарядить надо бы нам. Хорошо. Да ё-моё. Хорошо. И, конечно же, как-нибудь...
у кого еще калаш? У тебя. И у тебя. Ну вот, все хорошо. Все просто здорово. Еще один гранатомет может кого-нибудь засунуть? Нет. Ой, давайте Лену, все. Все Лену. Все только Лену. Еще одну шоковую кому-нибудь. Давайте это все заберем и отвезем к себе в этот, где у нас госпиталь находится. В Камбрию, что ли. Естественно, мы там подлечимся. Придется опять тащить вертолет. Блин, как он меня бесит. Это Скайрайдер. Куда летим? Понял. Так, надеюсь, ты сейчас прямо... Ой-ой-ой. Нет, не туда. Ай, ладно. Может, надеюсь, подзарядился. Прибыли, немножко. Капитан. А, так. Значит, всех сажаем сюда. Транспорт, вертолет. Это Скайрайдер. Куда летим? Или понял, понял, вертиберт. Как вам угодно. Внизу копошатся враги. Да-да. Копошение тварей. Прибыли, капитан. Так, высаживаемся. Отряд один. Бешеный. Ремонт предметов. Нам это пригодится пока что немножко. Кто у нас еще может заняться ремонтом? Например, да. Точно, выгрузить все предметы, ненужные нам. Мы это, конечно же, сейчас сделаем. Извините за удлиненную серию, но надеюсь, вы не против. Кстати, кто просил забрать у гвоздя ключи, вот они все. И они мне нафиг не нужны пока что. Так, регенератор кому-нибудь дадим, например, тоске. Чтоб был, хотя бы. Так, газ, все в порядке. Хотя, не все. Ну, вот, теперь я удовлетворен. Так, Конрад, все в порядке, надеюсь. Ну да, все в порядке. Лава, все хорошо, даже очень. Лен, ни хрена не хорошо. А хотя не хорошо. Так, ты тоже. Ну вот. Еще вот так, и все хорошо. Все просто здорово. А Гасу опять... Гасу опять дадим ремонт его инструментов. Ой-ой-ой, не сюда. Ага. И давайте тоже вон ремонт пока что поставим. Ремонт предметов. Фу-фу-фу, хорошо. Все равно пока утро, день. Пока подлечится в госпитале, товарищи. Пока эти починят все. Слушаю внимательно. Так что все в порядке. Опять придется этому доктору Уиллису платить бабло. Ну что поделать? Медицина нынче роскошь. Вас понял. Так, хорошо. Я слышала. Да-да. Ну давай, тащись сюда свою задницу докторскую. Доктор Воймонт. Воймонт. Стив. Ай, Винс. А, это Стив Уиллис. А Винс Воймонт. Хорошо. Чем могу помочь? Ой-ой-ой, как долго серия идет уже. Похоже, я ну ладно. Из-за того... 500 баксов. Меня мелочь. Всего-то 500 баксов. Это не деньги. За здоровье-то. Отлично, займет немного времени. Да-да. Ну вот, можно слегка подлечиться, это полезно. Фух. Поторопитесь, капитан, хорошо. Горючий. Да ё-моё, как я про тебя забываю. Это Скайрайдер. Ах, как мне бесит. Понял, понял, капитан. То, что его надо постоянно возвращать. Прибыли, душный капитан. Тип. Весьма и весьма душный. А, наплевать. Я все. Кому-то на что-то наплевать. Отремонтировал мини-ми. То есть ми-ми-ми. Это что такое няшное, кавайное? С этим все. Хорошо. Дальше. Бронежилеты чинятся, мне нравится это все. Аэро все продолжает тренировать ополчение, мне это тоже нравится. Интересно, где она? В Камбрии? А нет, все-таки в этом. Да.
Хорошо, стрёмный отряд один. Блин, я уже... У меня совсем никакая реакция стала. Готов к новому заданию. Так, ладно. Сражаться отряд один. Как там у Гаса дела? Ну ладно, поспит немножко и пусть. Я все. Ах, хорошо. Тренинг, ополчение. Ой, не ополчение, а это... Лидерство. Не, нельзя больше лидерства. Значит, меткость. Должна же она чем-то заниматься. Ага, ПВО. Мы потеряли ПВО. Хотя не, показалось. Так, газ. Сражаться отряд один. Спи, спи давай. Так, это мы вернем, естественно. Надо будет подзарядиться патронами. У нас патроны где-то кончаются, где-то нет. Кстати, совсем забыл, нам же надо взрывчатки немножко будет запастись взрывчаткой слегка. Ну ладно, тротил у нас есть пока что. И детонатор к нему. Медузу тебе в глотку. Дерьмо какое-то. Ну что я скажу? Печально. Так, патроны. Патроны. Какие нам нужны патроны в первую очередь? 5.56. Перебьемся пока что. Ми-ми-ми. Это... Дадим пока что Конраду подзарядиться слегка. Хорошо. Мне кажется, Лаве понадобится теперь много патронов, потому что она у нас теперь мега охренеть какая крутая пулеметчица. Это хорошо. У тебя все в порядке, надеюсь. У тебя все в порядке. Да, все в порядке. И у тоски все в порядке. Да, это здорово. Тогда бешеный слегка пускай. Что он там починил, я не знаю. Да, он спал. Ну ладно. Обучение, тренинг. Механика, значит. А весь этот отряд придется вам... Вас понял! Идти за взрывчаткой. Так, газ. Все в порядке с газом. Жить будет. И давайте наделаем взрывчаток побольше. Опять же для газа. Так. Детонатор. Отлично. Как много взрывчатки. Блин, мне нравится это все. Мне очень нравится. Медузу тебе в глотку. Медузу тебе в глотку. Этот детонатор мне чем-то не нравится. Вот так лучше. А то сломанный детонатор может взорваться прямо в руке. Что, я бы даже сказал, не самое лучшее, что может случиться. Медузу тебе в глотку. Ох ты какой, блин. Зря переводишь тротил. Но ничего. Медузу тебе в глотку. Да ё-моё. Может, вас как-то совмещать можно? Нет, хрен там, нельзя. Ах, придется сюда бешено тащить, чтобы он все это план чинил. Все эти взрывчатки. Надеюсь, он на этом не подорвется. Медузу тебе в глотку. Да как так? Ай. Не осталось уже нормальных детонаторов медузу почти. Медузу тебе в глотку. Ну не, это издевательство. Это издевательство, газ. Я, конечно, понимаю, ты крутой наемник, но... Медузу тебе в глотку. Ну и давайте пластид с другим каким-нибудь там взрывчатым веществом, с детонатором. Ну ладно. Медузу тебе в глотку. Нет, облом. Облом нам говорит газ. Так, регенератор для... для лавы. Хорошо. А вот радиодетонаторы. Ну ладно, пофиг. А, вот эти вот штуки нам пригодятся. Для Конрада, естественно.
для тоски. Ну и все, хорошо. Значит, так, берем вертолет, опять же. Это Скайрайдер. Куда летим? Забираем эту братью. Понял. Как я привык говорить, бешеный сражаться, отряд 2. Ага. Вот сюда. Я сожрал по пути всех жуков. Много. Молодец, сожрал. Я тобой горжусь. И предметы. Прибыли, капитан. Хорошо. Значит, вертолет. Это Скайрайдер. И вот сюда. А в следующей серии мы как раз начнем. Горючий. Это Скайрайдер. Понял, понял, капитан. Ну. Я заметил врагов всех. Да, молодец. Так, взрывчатка не чинится, что ли? Печаль. Печаль, но. Это все очень печально. Эх, ну ладно, не сражаться, обучение, тренинг и механику. Дальше развивать будем прибыли, навыки. Капит... А, газ. Ну, короче, все довольно... Это Скайрайдер. Довольно бодрячком держатся, это молодцы. Так, ну ладно. А, сражаться отряд 1, а вертолета, естественно, мы сейчас отправим домой. Это Скайрайдер. Понял, понял. Чтоб лишнее не жрал. Ну, сейчас напоследок заглянем к Бобби Рэю. Вдруг у него что-то получилось довольно интересное. Бобби Рэй. Вещи БУ. То есть БУ. Эх, М14. Нафиг. Сошка, нафиг. Это все нафиг. А что есть из нового оружия, действительно хорошего? Хорошие... всякие автоматики. АКМ, Ругер М14. Ничего хорошего. Совсем совесть потеряли. Броня. Спектру сейчас нынче не продают. Не в моде, что ли? Прибор ночного видения, естественно, нам пригодятся. Что бы это ни значило. Так, снайперские прицелы у нас дохрена их. Ну и все. Все это в Драссен. Хорошо. Ну и все, я надеюсь, вам понравилась серия, она была довольно длинная, вам нравятся длинные серии, как я заметил. В следующей серии мы будем продолжать захватывать Грам. Так что, до скорых встреч. В серии я, как и раньше, буду выпускать раз в день, буду стараться, по крайней мере, раз в день. Чередуя с другими разными роликами. Так что спасибо всем за все и до скорых встреч. С вами был Атси.